От надоедливой свекрови и собственного мужа женщина, заказавшая их убийство, будет отдыхать в колонии. Так постановил суд Республики Тыва. Это не суд, это цирк, самое натуральное. Экспертиза не была осмотрена. Вообще дурдом. Себе в сообщники дама выбрала одного из приятелей. Тот подыскал киллера. За расправу над близкими родственниками женщина предложила ему всего 30 тысяч рублей. То ли сумма оказалась мала, то ли совесть в потенциальном убийце проснулась. Ну а о планах заказчицы он поведал полицейским. Ну сама ты как настроена-то? Я 100% настроена. Что, убрать его, да? Да. Потому что он мне будет мозги целую вечность. В домашнем халате с сыном на руках женщина несколько раз подтвердила, что хочет избавиться от отца и бабушки ребенка. Успокоилась она, лишь увидев фотографии, на которых оперативники инсценировали расправу. Впрочем, позже Елена Гордеева заявила, что ее неправильно поняли. Суд таким доводом не поверил и отправил заказчицу в колонию на 5 лет.